26 ноября в Сараево побывал президент России Владимир Путин. Глава государства посетил ядерный центр, где ему представили цифровые продукты госкорпорации «Росатом». Они включают в себя конкурентоспособные IT-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов. В качестве примера выполненных работ с нами создана компьютерная модель системы воздушно-космической обороны. Эта модель сегодня приказом министра обороны принята на снабжение. Опытный образец поставлен в Академии имени Можайского для апробации и планируется также размещение в главном штабе ВКС и космических войск. Также Владимир Путин в режиме видеоконференции заслушал доклад главы Росатома Алексея Лихачева о ситуации в Усолье-Сибирском. Экологическая катастрофа в этом городе, по словам руководителя госкорпорации, одна из самых опасных и объемных точек на территории бывшего СССР. Глава «Росатома» отметил, что работа продолжается с опережением графика. Сейчас работаем над актуализацией стратегии города и начали реализовывать все проекты, которые мы проводим в наших атомных городах. Вот все наши проекты, связанные с обучением, связанные с общественной жизнью, с традициями, с работой с ветераном, все их начинаем реализовывать на территории Усолья-Сибирского. Понимаем, что это лишь начало и вся работа впереди. Но главная задача – подтянуть все показатели, которые есть сегодня у города, к средним показателям городов «Росатома». Напомним, летом президент поручил «Росатому» выполнить соответствующую программу на территории бывшего комбината в Усолье-Сибирском. Единым исполнителем работ по ликвидации экологического ущерба назначили предприятие госкорпорации «Федеральный экологический оператор».